Итак, наш мутант готов к следующему приключению. Кто же на этот раз нас взбесит? Давай посмотрим. О, мама мия. Мы, знаешь, а почему, кстати, без ролика? Я не понял, а где ролик? Почему у нас взбесил Белый дом, и мы туда идем? Наверное, просто так. Просто так, за компанию. Ясно, ладно, пошли на Белый дом. Итак. Ух ты, как здесь все розово и красиво. Ну что, носяра слонявая, покажи, на что ты способна. Хобот. Кстати, он почему-то дудит. Он дудит. Хобот дудит. Офигеть, это что происходит? Это против меня боссы сразу вылетели? Эй, вы, полегче, полегче, ребята. Что же делает этот... Короче, хобот, походу, сдувает противников. Я так понял, он реально сдувает. Аккуратненько. Офигеть. На меня, по-моему, сейчас все боссы будут лететь. Ну, конечно, они же будут защищать Белый дом. Ух, сейчас будет жарень. Еще один. Да вы чего прикалываетесь? Я сейчас буду с этими рыбехами сражаться весь уровень. Ладно, надо еще раз затестить наших слонявый хобот. Выпусти пираньку. Выпусти пираньку. Пираньку. Заговариваюсь уже. Для меня эти рыбехи как пюреха. Ууу, что это такое? А, вот для чего хобот-то нужен, кажись, я понял. Он сейчас будет сдувать вот эти медузы. Точно. Хорошо, что я его взял, я еще думал, брать его или нет. Так, сдувай. Ха, ты видел? Рыбеха попалась в эту медузу и ее долбануло током. Офигенно. Вот это прикольно придумали. Так, клешни бы... Есть. Все, плывем дальше. Финалочку сейчас сыграем. Финаличи. Оу-оу-оу, как я закрутился-то, а? Так, надо, знаешь, что сделать? Чтобы вот эта рыбеха попала в медузу. Блин, почему она не попала в медузу? Это очень не круто. Медуза, медуза, медуза. Блин, она покру... Ой, я ее снес. Ну и хорошо. Еее, акулу зацепила, смотри. Как же это круто, когда против врагов можно же их же оружие использовать. Дабл-волна! Что сейчас будет происходить? Сейчас будет одище полное. Господи, сколько здесь всего происходит. Оу. Я не успеваю за всем следить. Так, вот так вот. Друганы меня спасли. Четыре босса. Да где это видно? Вы что, оборзели, что ли? На меня одного. Ух, пекло, как в аду. У меня подгорать начинало, но вроде сейчас уже охладилось. Еее. Да ладно вам, еще одна волна дополнительная. Ну, давайте. Где кто? Я готов. Снова. Три рыбёхи. О, у меня друганы не зарядились еще. Подождите чутка. Друганы, быстрее восстанавливайтесь. Без вас здесь вообще будет фигово. Есть попадание по мне. Ракушечка, иди сюда ко мне. Ракушка меня спасла. Еее. Так, мне бы каким-нибудь макаром денег. Ууу, да. У меня сейчас будет новый друган. Ежик. Океанский ежик. Морской ежик, точнее. Берем ежика. Круто, у меня теперь три другана. Три друга Оушена. Надо еще найти 9 штук. Чтобы получилось 12 друзей Оушена. Ладно, поехали. На Белый дом все-таки идем. Разбомбить его как бы надо. Ну, кто на этот раз? На меня. Воу, воу. Куча пираний полетела. У меня есть ежик. Если что, я буду вас ежиком бомбить. А ежик, ежик, ежик. О, есть. Как же вас много всяких там разных рыбёк. Красных. Ой, точнее фиолетовых, зеленых. Ага, попалась. Где нос? Нос, сдувай медузу. Медуза есть. Оу. Я что-то не понял, как это произошло. Я вроде ничего не нажимал. Но, ладно, зато попробовали наш комбо-удар. И это было довольно мощно. Но вот то, что фальш-старт срабатывал, это плохо. Друганы там, видимо, что-то без меня порешали. Оу-оу-оу, медуза, медуза, медуза. Медуза, медуза. Песенку знаешь такую, да, про медузу? Вот, сейчас мы ее исполним. Сколько вас, да ё-моё! Ёкарный ты бабай. У меня этот, как его, иглометатель не справляется.
Давай, 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 иглометатель. Дабл волна пошла. Ух, там еще сундучело. Чуваки у меня восстановились, отлично. Выручайте, чуваки. Без вас никуда никак. Ух-ух-ух-ух. Жареничка. Есть. Чуваки, вы справились. Я отправляю вас на заслуженный отпуск. Только давайте мы до финиша дойдем вначале. И потом поедете, куда хотите. Языки подобрали, друганы. Языки показывают там всем. Так. Сколько здесь рыбёх плавает, а? Посмотри, какие жирненькие. Жирные рыбёхи. Клешнями бы их за пузо. Хлыбыщ. Блин, я до них на самом деле клешнями достать не могу. Но зато могу достать иголками. Дикобраз выручает. Вообще просто капец как. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Давайте мне ракушки, я пошел отсюда. Мои друганы восстановились. Это очень хорошо. Ну так попробуйте ко мне поближе подойти. И все, вам хана будет. Вам будет хана. Просто капец капецкий. Фух. Ракушечка выручила. 1100 ракушек. 1000... Какое число? 1111 ракушек. Прям желание может загадывать. Фух. А, к сожалению, ничего прикупить не могу, потому что мало щупалец. Но мы едем дальше. Белый дом, я уже почти подобрался. О, да. Помимо обычных рыбёх, здесь еще и появились невидимки. Ну, конечно же. Конечно же, как же без них. По-моему, сейчас на меня сагрится все, что только было до этого. То есть и змеи, и ядерные эти бомбы, и чё там только нету сейчас. Вообще все повылазит. О-о-о-о-о, босс, смотри какой. Это же огроменная. Это я не знаю, что это, жучара какой-то подводный. Я такого вообще впервые вижу. Что он выпускает? Каких-то маленьких жучков? Офигеть. А, пока, короче, эти жуки из кругляша своего не высунется, их пробить невозможно, они как будто в броне. Но ничего-ничего. Для нас нет ничего невозможного. Всех расшибем в лепёху. Мне кажется, или этот жучара подбирается очень близко ко мне. С каждым кругом. Опачки. Друган. Мне это очень не нравится. Тихо, медуза. Медуза, медуза, мои другана. Сдуваем медузы. Надеюсь, он будет попадаться в свои же медузы. И это будет круто. Есть! Да! Стреляй по нему! Кусай его! Давай, дикобраз, пуляй в него все свои иглы! Ха! Попался же на свои ловушечки. Ага. Блин, электрические медузы. Надо же было до такого додуматься. Это же еще их изобрести нужно. Дикобраз, пуляй. Пуляй, пуляй, пуляй. Шмантыляй. Ну, давай, раскрывайся, пускай свои медузы. Блин, ну это так нудно, пока он... Фу. Жесть. Есть. Пчелы, пуляйте в него. О-о-о. Посмотри, какая жучара разбитая. Опачки, кажется, он начал пускать фаерболы. Это вообще не по чесноку. Ай, как же меня бесит эти фаерболы. Пчелы, пуляйте в него. Да, пчелы помощнее будут, чем дикобраз, поэтому буду пчел просить. А знаешь что? Давай, друганок! Друганы! О, да, друганы — это мощь! Прощай, жучара! Ты был неплох, но все-таки ты сдулся. Да, ракушечки мои. Эх, побольше бы деньжат, чтоб щупальцу мне купить. Как одиноко, когда не можешь купить щупальцы. Поехали дальше. Есть! Мы выбрались на сушу! Наконец-то! Америка! Привет! Peace всем! Пицца! Мама Apple Pie! О, господи, это же... Apple Pie! Это же трек такой был! Pen Apple! Опа! Здравствуйте! Можно мне пройти? У меня пропуск есть! Да-да, это я! Ага. Чё? Ты меня не пропустишь? Я просто на выставке пришел посмотреть!
А ну иди сюда! Ты мой пропуск разломил! Это мой паспорт вообще был! Ох, какие странные штуки летающие, слушай. Ох, охранник вроде был порядочным человеком, а в итоге ты посмотри на этого, засранца. Ой, кажется, меня окружает. Окружение мое мне не нравится. Ага, я вроде держусь, пока все хорошо. Есть, здание сломали. Чё, сундук летит. Ух. Так, тихо. Блин, да разрушить мне надо уже поскорее. Да что ж такое-то, сколько у вас тут, а? Друганы, тихо. Есть, я запалил невидимок. Друганы, готовьтесь, если чё. Здесь будет, походу, горячо. Поехали дальше. Невидимка. Ты думаешь, я тебя не вижу? Блин, сколько невидимок, ты посмотри вокруг. Они с каждого угла залетают. Ого-го, и здесь еще, смотри, сколько, три штуки. Я вас сейчас слонявой этой, как... Да что... Вручайте, чуваки! Это была вынужденная мера. На меня сзади невидимка подкрадывалась. Сколько вас тут? Ёкарный. Слон, сдувай их! Хобот, выдувай! Не давай им подлететь ко мне! Как же хорошо, что хобот еще умеет и не только под водой сдувать. Вот так вот сдули нашу эту штуку. Ё-моё, сколько вас здесь? Я еще друганов не восстановил. Потихонечку, ребят, потихонечку нападайте. Блин, у меня три жизни всего. Мне еще на босса надо оставить. Интересно, что за босс в Вашингтоне, а? Тот как... Как ты думаешь? Пиши в комментариях. Мне прям очень любопытно. Какой же босс в Вашингтоне? Точнее, в Белом доме в Вашингтоне. Сколько? Ты видел, сколько невидимок подкрадывалось? Их там штук 6, наверное, было. А я их даже не подсветил. Вижу невидимок. Надо их подсветить. Есть. Мимо ракеты пускаешь, мимо. Косоглазый ты, пацан. Все, поехали дальше. Еще чуть-чуть осталось, и мы доедем до Белого дома. Хвапсь. Ломаем электролинию. Я свободен, словно осьминог в море-океане. Словно птица в небесах. Но это не для меня. Я все-таки осьминог. Та-ра-та-та, люди прыгают. Да что ж такое-то, а? Плохо, когда ты поешь. Очень плохо, когда ты поешь. Особенно плохо поешь, когда ты плохо поешь. Так, мы почти завершили. Завершили наше турне по европейским странам. Почти. Скоро можно будет возвращаться домой. Чуваки! Все, поехали, братюни. Братюни, мы почти доехали. Да. Да кто, как? Как вообще это произошло? Кто меня там шандарахнул? Одна хпшечка осталась. Нет, я не хочу. Я не хочу, я почти доехал. Да где, кто? Как вообще? Да, финалочка, наконец-то я добрался почти до Белого дома. Пришлось, правда, попотеть, пару раз поумирать, еще кое-что прикупить. Смотри, сколько у меня всего открыто, даже золотая рыбка есть. Ростер есть, гигантская тортила есть. Ну и, конечно, ежик, я его еще не купил, вот, к сожалению. Золотая рыбка, между прочим, знаешь, что дает? Монеты! Ты ее просто цепляешь на щупальцу, и она монеты производит. Вообще бесполезная штукенция. А ростер пускает просто по 2 яйца, вот. Также у меня теперь появилась рыба-меч, хвост дельфина и тирекс. Мощная пасть, которая раскусывает просто все на своем пути. Ну и, конечно же, у меня новый шлем, вот такая вот боевая каска. Разукрашена так, видишь, красными линиями, типа я... Воин, я настроен серьезно. В общем, все, поехали шатать нашего финального босса. Здрасте, Белый дом. Кстати, да, дельфинный хвост ускоряет наше передвижение. Мы очень быстро перекатываемся. Запутался в словах. Сколько тут сейчас такой ад вообще происходит? Это просто капец. А рыба меч просто распиливает. Она, кстати, пилит, пока я двигаюсь. А если я не двигаюсь, то она не пилит. И это очень плохо.
Кстати, да, у меня из друганов нету карате пацана. О, видал взрыв? Это все дельфинный хвост. Кто до меня дотрагивается, получает вот такую вот страшную волну. Та-та-та-там. Быстро, быстро, быстро. Уходим отсюда. Уходим. Сколько летающих акул. Божечки, вообще, тут какой-то психодел происходит. Летающие акулы, летающие всякие лазерные пушки, летающие змеи. Ты посмотри на них. Еще, кстати, мне нужно было... Хотя нет, не надо было мне убирать нашего черта, потому что здесь есть невидимки. Используем наших друганов. Угорь, красава. Он, короче, всех заморозил нафиг. И весь прикол в том, что у меня больше нет зарядов, друганов. А так много всяких насекомых здесь летает. Да, можно сказать, что это насекомых, потому что это... Ну, я не знаю. Это очень много всякого. Потому что... Да! Бабах! Разбежались все по углам. Ой, это я случайно. Блин, я еще и каску свою пропукал. Ну, да. Ну ладно, фиг с ней. Ай. Давай, давай, здание, ломайся. Оп, лазеры. Успел их сломать. Ну, давай, пили же это здание. Рыба-меч. Да что ж такое, кто ко мне подлетел? Валим отсюда, валим. Блин, рыба-меч, это, конечно, вообще мне. Что-то как-то она не нравится. Она не очень крутая. Давай, распиливай эту акулу. Бежим, катимся. Я почти добежал до Белого дома. Ну же, давай, перекатывай. И... Он такой маленький. Вы серьезно? А, что-то происходит, слушай. Тут не все так мухры-хухры. Оу-оу-оу. Орел-робот. Ну что? Сразимся, кто кого. Фонариком тебе в глаза, понял? Оу, мощно, нежданчик вообще. Он меня колоколом пришиб. Ладно-ладно, сейчас мы с тобой. Так, он готовит колокол. Отходим, отходим. Ага, сейчас разбежался. Кстати, он еще шарики вот такие вот ядерные пуляет. Надо бы от них подальше держаться. Еще и ракеты выпускает. Ух, да у него полный фарш, слушай, тут. Ага, колоколом сейчас мне донес. Блин, но долго мы его будем калашмарить. У него броня просто жесть какая. Вот так вот ему сделаем. Тирекс, кусай его. Кусай его, Тирекс. Колокол, уходим. Мячики пропускаем. От колокола убегаем. Тирекс, кусай его. Вся надежда только на тебя. Твои челюсти должны его раскромсать. Кусай ему за ногу. Откуси ему ногу, точнее. Или ашкулу. Господи, да как вообще орел сражается с осьминогом? Как это вообще можно было придумать? Кусай. Да что ж такое-то, а? Прям по черепухе прилетел мне этот колокол. С таким ярким звоном. Двигаемся. Что происходит? Ничего себе. Вот это жесть. Финальный босс все-таки. Да что ж такое-то, я все время забываю про этот колокол, что он хочет его на меня скинуть. Ломай его. Вот так, получай. Ха-ха. Сейчас он колокол кинет. Убегаем. Да блин, не успеваю, не успеваю я убежать. Что это за дела-то такая? Увернулся. Ха. Чуть-чуть, половина осталась. Половина, даже меньше половины. Убегаем, колокол сейчас полетит. Оу, два шарика. Что-то он размерничался. Я, если честно, тоже. Чутка осталось хпшечки ему. Ну, как чутка. О, дом отсоединился, прикинь. Теперь два босса, что ли? Ух, черт. Теперь два. Да, блин. Все, две хпхи осталось. Это капец сейчас будет. Я не хочу сначала начинать. Я понял. Уходим, уходим. Во-во-во-во. Да что ж такое-то, а? Как-то все сложно. Чуваки, может вы мне поможете, друганы? Черт, последняя хпшка. Это мощно было. Смотри, кстати, у нас тут дракон еще есть. Он максимально дамажит, но, к сожалению... Это, короче, вместо Тирекса, он кусает. Но, к сожалению, у меня нет таких денег сейчас. Так, значит, что я делаю? Я сейчас хочу с ней... Поставить пчелу вот сюда, царскую. И хотел купить жиську, но походу не куплю. Фонарик оставить или не оставить? Кто ж его знает-то? Ладно, давай кобру купим. Вот так, все, понеслась!
Половина, половина, пока живем, каску потеряли, одно КП потеряли. Жизни больше нет. Сейчас либо никогда. Ух, от кого-то убежал. Ну, давай, друган. Не подведи меня. Осьминожьи мои ноги. Так, отсоединилась бачка. Точнее, белый дом отсоединился. Да что? Ёкарный ты бабай. Врубаем друганов. Нет, пока рано. Не врубаем. Я не вижу, что происходит. Сейчас колокол, походу, полетит. Колокол летит, уходим. Ух, матерами чуть не пришибли. Шарики полетели. Ой-ой-ой, как много шариков. Воу-воу-воу. Быстрее сюда. Врубаем наших друганов. Что происходит вообще? Вообще не знаю, что происходит. Уходим отсюда. Ракеты летят. Ай-яй-яй-яй-яй. Зацепило чутка. Чуть-чуть осталось КП. У него. Ну же. Давай, кусай его, Тирекс. Есть! Мы откусили его ногу. Ой, и он нам под конец все-таки колоколом зарядил. Вы что, прикалываетесь? Я-то думал, что все. Рано обрадовался. Надо быть очень-очень-очень внимательным. Гранаты кидает Белый дом. Уходим. Ёшки-матрёшки. Вот этот поворот. Я-то уж расслабил булки. Граната прилетела нафиг. Друганы, выручайте. Ну. Давайте. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Добьем эту неведомую фигню. Давайте, друганы. У меня дар речи пропал. Чутка осталось. Чутка. Летающий дом. Белый дом. Это ж вообще где такое видно было. Во сне сразу не приснится. Белый дом. Вот так вот тебя. Друганы, красавчики. Чё? Неужели? Ну все, ребятки, мы прошли Октагедона, мы спасли этот мир от плохих людишек. Кому понравилась игруха, ставим лайкосик, оставляем комментосик под этот видосик. И не забываем подписываться на канал, чтобы не пропустить новых крутых видосов. Ух!